Мужчина Илья Николаевич Уткин работал в столичном Мосводоканале. Он не был уродлив, хотя проститутки ему и за деньги порой не давали. Он после работы не смел показаться ни в кинотеатре, ни в чьей-то прихожей, поскольку весь запах полей аэрации впитал он в себя всеми фибрами кожи. Поэтому, часто кусая в кровь губы, он просто гулял, не мечтая о чуде. В районе, где возле известного клуба в ночи тусовались мажорные люди, а стройная девушка Котова Нелли в модельном агентстве Vivendi's Petroleum была, разумеется, фотомоделью, снимавшейся в клипах у мумия тролля. На кастингах, что ежедневно бывали для всяческих съемок, больших или малых, ее как модель никогда не сливали, а даже напротив, снимали в журналах. Она разъезжала на красной Феррари, на малолитражной, но очень прикольной, которую ей подарил ее парень, работавший старшим курьером в Лукойле. И вот после кастинга в «Дикой гвоздике» она направлялась в тусню на танцполе, и песня дуэта Алсу и Энрике привычно звучала в ее магнитоле. И тут перед нею в городской карусели мужской силуэт промелькнул возле арки, и еле успела несчастная Нелли педаль тормозную нажать в иномарке. «Да что ж вы не видите, едет машина!» — она закричала, подобно белуге. И вдруг осеклась, увидав, как мужчина застыл перед ней в неподдельном испуге. «Илья», — он сказал, уронив сигарету, она бронила в ответ: «Извиняюсь, я, в общем-то, с кастинга, в общем-то, еду». Зачем-то она уточнила, смущаясь: «Садитесь, он сел, вам куда, я не знаю». И сколько бы еще продолжался театр, но через секунду, того не желая, она надавила на акселератор. Они по Москве на машине летели, сквозь лица, что были темны и угрюмы. Она говорила, что ей надоели все эти духи, все эти парфюмы. Что вот повстречался мужик в самом деле, который не пахнет Картье и Шанелью, а он наблюдал за коленкой Нелли, за голой ногой под приборной панелью. Стеснительный дождь моросил на бульваре, слегка освежая уставшие вязы, она отдалась ему прямо в Феррари, истошно крича непристойные фразы. Но дождь все сильнее стучал по кабине, и утро сгущало свинцовые краски. Ее ожидали друзья в Цепелине, его полбутылки молдавской фитяски. Была ли любовь у Ильи и у Нелли? Была ли их встреча наполнена светом? Он в Яузу бросится ночью в апреле. Она никогда не узнает об этом.